Всем привет, с вами канал Грайс, мы продолжаем играть в игру Hearts of Iron 4 за Италию. То есть напомню, что ранее у нас в предыдущих сериях уже идет Вторая мировая война. Наши три дивизии принимали участие, то есть я сейчас решил их отвести от поля боя, так как у нас людских ресурсов уже не осталось. То есть всего их 55 тысяч, из них в армии служит 54, ну то есть практически все. Прирост у нас маленький идет, поэтому пока не будем воевать, побережем просто человеческие ресурсы. И будем следить, как будут развиваться дальше военные действия. Сейчас вот это вот три дивизии я пока возвращаю назад на Сицилию. Это наша единственная территория, которая у нас осталась. И будем следить за действиями, происходящими в Восточной Европе. Так, и сейчас вот 21 февраля королевство Румынии капитулировало. Король второй заявил, что румынский агрессор бесчинствующий в стране. В общем, мы это уже много раз читали, здесь по шаблону текст. Так, это как раз-таки Вальянс Ось. То есть у нас все меньше и меньше остается. Скорее всего, мы эту войну проиграем как агрессор. Хотя, ну, смотрите, показывают, что при этом мы выигрываем. Вот это мне непонятно. У нас потери почти 3 миллиона, у них... союзников. Ну, Коминтерна почти 1,5 миллиона. Ну, чуть-чуть у нас побольше. Союзники вообще мало теряют в этой войне, кстати. Итак, тем временем Япония объявляет государству Филиппины войну. О, все, это конец. Теперь еще и США. Да, Франция позвала США в эту войну. И сейчас, видимо, у нас... американцы начнут тоже. О, как у них тут много. У них большой союз. Люксембург. Да, что бы мы без Люксембурга делали? Люксембург мешает доверие в данном случае, конечно. Тем временем видим, что на Балканском полуострове Черногория с Югославией также ведут военные действия. То есть с краев границ. Начинает наступление в центр вглубь страны. Греки пока никак не отвечают. Так, вычислительная машина была изучена. Разработка теоретической основы для современных компьютеров. Создание электромеханических машин для реализации на практике станут первыми шагами в новый мир возможностей. Время исследования уменьшается на 3%. Отлично. Так, что еще у нас есть? Атом. Так, и еще... Да, военная доктрина у нас была изучена. Давайте-ка начнем атомное исследование. Потому что уж... Так, Эфиопия все-таки капитулировала. В общем, у нас все идет к трагическому, печальному исходу. Если так посмотреть... Ну-ка, я понимаю, что тут еще... Да, весь мир уже втянутый. Мы не будем вдаваться. Так, подожди, как-то... У нас основные страны какие являются сейчас? Ну, как, в общем, было исторически. Англия, США, СССР. Третий рейх, Япония. Италия не считается здесь. Если второстепенно еще, конечно, странно посмотреть, то здесь мы, Словакия, как ее, Хорватия и фашистская Франция. По сути, а венгры, кстати, так и не вступили, что ли, никуда. Они, кстати, хитрыми оказались. А у них кто вообще? Не та, они нейтралитет. По идее, поддержку фашизма чуть прокачать, и они будут уже за нас. Ну, хотя какой сейчас смысл? Итак, итальянское предложение о перемирии. Бенито Муссолини заявил сегодня в прессе, что его последняя мирная инициатива провалилась. Причин тому много, но последней каплей, по всей видимости, явилось итальянское требование, чтобы враг полностью возместил весь нанесенный ущерб и публично признал, что войну развязал он. Противник назвал наше разумное предложение требованием безоговорочной капитуляции. Он пообещал, что доведет эту войну до победного конца. Теперь, когда неприятель, очевидно, больше не намерен выслушивать никаких предложений и желает, что во что бы то ни стало воевать дальше, призывы мятежников к мирным переговорам лишились смысла. Какая жалость. Вот оно что.
Теперь понятно. Падение Рима. Союзные войска окончательно захватили Рим, когда сдался гарнизон, обороняющий город. Большинство исторических памятников не пострадали, пережив очередной катаклизм, таких, каких они видели уже немало. Американские войска, по крайней мере, до сих пор не заходили в Ватикан по просьбе Святого Престола. Падение Рима стало важной вехой в итальянской кампании, и многие полагают, что теперь организован сопротивление, и полуострову придет конец. Нам, походу, тоже конец придет, потому что сейчас англичане пойдут на нас. Мы, конечно, будем сопротивляться, но будет ли в этом какой-то смысл уже сейчас, я не знаю. Честно, да. Сейчас будем смотреть, как уже Англия будет разбирать Италию. Видимо, с нашей стороной все. Да, интересно. Видно, что немецкие войска окружили англичан в Италии, то есть взяли в котлы и, в принципе, сейчас начинают разбивать эти военные части. То есть я, конечно, думал, что здесь наступление провалится. Ну, то это играли мы, коммунисты были, а сейчас Германия очень организована. Отлично. Вот, не пойму, Рим-то отбили они в итоге или нет? Или вот Рим? Анцо. Да, значит, Рим они отбили уже. Так, вот так сейчас выглядит карта Европы. То есть, как видим, Советский Союз, Третий Рейх, у них граница устоялась. То есть, на территории Польши, на Балканах война также продолжается между Югославией и Хорватией. Также немцы борются с высадкой в Италии. А в остальном вроде все так. А, ну вот еще Япония наступление на Британскую Индию начало. Больше пока никаких движений нет. В принципе, если вот так вот посмотреть. Что у нас тут? Так, да, на капитуляцию у нас уже есть какой-то процент на 13. Так, это все, кто капитулировал, берем. Внесли 0. Погибло 13 тысяч. Да. И Хорватию там месят. Тут непонятно, кто еще. Ладно. Ну вот вообще, если так смотреть. Ага, все, наши дивизии прибыли. Нет, еще нет. Ждем тогда. Тут направил еще самолетов. Они летят именно помогают Хорватии. Поддержка по флоту, если посмотреть, то. Центральное Средиземноморье. У нас бои идут. Сейчас с английским флотом. Ну, здесь у нас превосходство, кстати. Ну, хоть в чем-то. А так, если смотреть, то, по сути, у нас... Ох, у нас палит власть даже в минус ушла. Из-за чего? Фокус. Стоп. Лечение автономии. Ну, это нам очень много времени потребуется. Очень много, конечно. Нужно какой-нибудь другой фокус нам изучить. Смотрим, что у нас есть. Что у нас осталось? По политике, я думаю, тут уже все. А, мы уже выбрали Италию прежде всего, поэтому с немцами вот эту ветку мы никак не сможем выбрать. Здесь, в принципе, тоже. Здесь уже все. Военное сотрудничество тоже никак. Но только по промышленности, по военному изучению идти. Развитие кораблей. Развитие бронетехники. Давайте их поставим на изучение. Так, ну что, войска-то пришли? Нет, они все еще никак не дойдут. Что ж, будем ждать. Ага, вот, как раз 4 дивизии. Хорошо, ждем тогда. Ну что же, уважаемые подписчики, гости канала, вот на этом моменте я решил все-таки закончить прохождение за Италию, потому что я, к сожалению, не вижу больше смысла, то есть, продолжать, так как нас еще на этапе войны с Грецией, то есть, все пошло не по плану. То есть, здесь тоже, я думаю, что очевидно будет, что мы уже не затащим данную игру. Что ж, я могу только констатировать то, что мы проиграли все-таки, так как не смогли продолжить игру. А здесь давайте что тогда планируем новое прохождение начать в дальнейшем за какую-либо другую страну, либо в дальнейшем вернуться снова сыграть за Италию.
Что же, если это видео и данное прохождение этой кампании вам понравилось, то ставьте лайки, смотрите предыдущие видео. С вами же я тогда прощаюсь, с вами был канал Грайс, всем пока!